Друзья, всем привет! Я тут в небольшом шоке пребываю от того, что многие неправильно заводят свои автомобили, а потом жалуются, что у них перегорает катушка зажигания, стартер, всякие предохранители, электрика палится по полной. Они берут тупо ключ, сразу вставляют в замок зажигания, да, и сразу его жмахают вперед, не давая протеститься машине. Смотрите, как это надо правильно делать, особенно на «Ладах Калинах», на «Ладах Грантах», но версия, да и на старых версиях тоже. Надо повернуть ключ и дать протеститься машине. Смотрите, сейчас погаснет, вот, видите? Плюс, она прогудела немножко, да, электрика пришла в себя, и бензонасос заполнился топливом. И тогда уже надо только заводить свой автомобиль. Вот как сейчас, вот он был, приведен был в готовность. А они берут просто тупо и сразу жмахают, а потом жалуются, что у них перегорает вся электрика, стартер и все такое, все остальное. Вот, собственно говоря, и все видео. Так что знайте, как надо правильно заводить свой автомобиль. Автомобиль надо заводить грамотно, и у вас тогда не сгорит ничего, никакая электрика. Всем спасибо, всем пока.